Мы очень жестоко будем ошибаться, если мы будем думать, что мы преобразуем наше сердце. Мы очень жестоко ошибемся, если мы будем думать, что вот я буду повторять, и вот Махарадж обещал, если 50 лет повторять, то через 50 лет наверняка. Я. Даже если Махарадж обещал. Это может случиться сразу, а может не произойти. И мы просто должны стараться. Стараться изо всех сил, доказывая Кришне, что мы хотим это. На самом деле, что мы делаем здесь? Мы пытаемся Кришне доказать свою искренность. Мы просто пытаемся сказать Кришне: я хочу тебя, даже если какая-то часть меня тебя не хочет. Даже если что-то внутри поступает вопреки этому желанию. Я хочу. Все остальное зависит от Кришны. Садхана — это поразительная вещь. Потому что в случае с независимой агайтуки бхакти, чистой бхакти, не может быть и речи о чем-то сотворенном, сделанном. Бхакти может быть только дана нам. И мы просто подготавливаем к сердцу, к нисхождению этой милости. Вот.